Здравствуйте, я Фернандо Кастро, винодел в пятом поколении и являюсь владельцем винодельческого хозяйства Бодегас Лос Маркос, основано в 1850 году. Здесь мы сейчас и находимся. Хочу представить одно из наших лучших вин – Монте-Крус Гран Резерва. Это вино выдерживалось 18 месяцев в дубовых бочках, которые вы видите вокруг. После выдержки в бочках вино выдерживалось 18 месяцев в бутылке. Вино состоит из сорта винограда Темпранильо. Вино, контролируемое по происхождению ДО Вальдепеньяс. Безусловно, старейшего и самого престижного из 9 винодельческих регионов Кастильи-Ла-Манчи. Обладает насыщенным гранатовым цветом, бархатистой текстурой, мощным фруктовым ароматом, богатым и сложным вкусом с оттенками кофе и шоколада, которые со временем переходят в тонкий аромат древесины с четко выраженными танинами благодаря длительной выдержке в дубовой бочке. Вино мощное, при этом очень легко питкое, служит прекрасным сопровождением к мясным блюдам, дичи, выдержанными сырами, барбекю. Вино завоевало золотую медаль Mundus Vini 2011 года, премия «Лучшее вино» ДО Вальдепеньяс 2011 года. Рекомендуется подать это вино при температуре 16-18 градусов. Уверен, вам понравится.